В этом году молодые активисты, общественные деятели и представители духовенства, всего около 2500 человек, собрались в Одинцовском волейбольном центре. Они приехали из всех муниципалитетов Подмосковья. Я хотела бы вас поблагодарить, что вы нашли это время для себя и для нас, потому что мы друг с другом здесь, общаясь, совершенно по-другому начинаем воспринимать этот мир. Сейчас очень легко быть циничными. Сейчас очень легко быть неверующими, сложнее быть иными. И я очень рада, что так много людей таковыми являются, все, кто сидит в этом зале. Желаю вам, чтобы всегда на устах у вас была молитва, чтобы в сердце жила любовь, чтобы вы прославляли Бога и на словах, и на делах, и своей жизнью. С праздником всех вас, дорогие друзья! В Московской области День православной молодежи отмечается с 2007 года по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Акция приурочена к празднику Сретения Господня. Мы рады всегда вас видеть в нашем Одинцовском районе. Почему? Нам с вами интересно. Нам с вами интересно делать социальные проекты. У нас 5 образовательных учреждений, которые занимаются православием. Мы этим гордимся. На встрече подвели итоги традиционного конкурса работ молодых фотографов «Подмосковье православное». Известные артисты Виктория и Антон Макарский наградили победителей дипломами и вручили им памятные подарки. Диплом лауреата 3-й степени, возрастная группа от 7 до 18, награждается Конан Дарья, 14 лет, перед венчанием. Пушкинский муниципальный район. Дарья! Звездные гости ответили на вопросы молодых активистов. На своем примере рассказали, как совмещать православные взгляды с активной жизненной позицией. Ну и, конечно, исполнили на сцене песни. Это о нас история, счастье она, а не горе. Это о вас, от вас история, это судьба, с ними не споря. Как отметили организаторы, цель мероприятия – это формирование у молодежи интереса к традициям Русской Православной Церкви, к истории своей земли и ее святыням, а также духовным истокам отечественной культуры. Анна Макарова, Станислав Трифонов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».